их шпион. Что он снимает, мы понятия не имеем. Что это за космическая программа, которая до космоса не добралась? Отправляй нас наверх. Из-за этой колымаги мы все останемся без работы. Тогда иди пешком 20 километров. Или на автобусе на местах для черных. Мы отправляем человека в космос. Если будем торопиться, он сгорит при посадке. Нужны вычисления, нам еще недоступны. Найдите мне математиков, пока русские не воткнули свой флажок на Луне. У вас есть документы? На СССР. Не знал, что у них. В космической программе тоже работают женщины. Группе испытаний нужен математик. Возьмите Кэтрин. Она с цифрами на «ты». Там никогда не было цветных. Вы что, смеетесь? Это мусор со вчерашнего дня. Простите, я не убор. Вы должны быть инженером. Я негритянка. Несбыточные мечты не для меня. Я стою под космической ракетой. Куда уж несбыточней. Система обработки данных IBM. Надо уметь программировать ее. Отлично. Это Джон Гленн. А вы чем занимаетесь? Расчетом ваших траекторий. Да, без цифр нам никуда. Перестань пялиться на белых мужиков. У нас свободная страна. Имею право любоваться любым цветом. В НАСА не назначают женщин на должность инженера. Как только мы вырываемся вперед, я хочу присутствовать на совещании. Женщины не допускаются. Они отодвигают финиш. Скажите спасибо, что вас вообще взяли. Даже не представляю, справлюсь ли я там. Кэтрин, никто не делает расчеты лучше тебя. Ты там будто целый месяц сидела. Мне тоже так показалось. Вас вечно нет на месте. Где вы постоянно шляетесь? Туалет для цветных в километре отсюда. Мы идем к успеху либо все вместе, либо никак. Более 50 миллионов человек следят за запуском. Джон, компьютер ошибся. Пусть девочки пересчитают. Мои девочки готовы сделать это. Полковник Гленн. Рад, что НАСА использует силу человеческого интеллекта. У «Дружбы-7» возникли некоторые технические проблемы. Снаружи огненный шар становится жарковато. Это главная битва нашей жизни. «Дружба-7», как меня слышите? Прием.